Thank you.
Люблю машины. Я ненавижу интернет. Ненавижу компьютеры. Они мешают нам жить. Они отбирают наше время. Люди слишком много работают за компьютерами. Они слишком много болтают вместо того, чтобы слушать и слышать друг друга. Брэдбери считал, что наука и техника должны ставить перед собой куда более масштабные задачи, чем изобретение новой модели кухонного комбайна или сотового телефона. И одна из таких задач, которая всегда вдохновляла Брэдбери – покорение космоса. Мы находимся на 14-й стрит, напротив места, где находился ресторан «Лучоус». Именно здесь состоялась встреча Брэдбери-писателя с Брэдбери-издателем. Во время обеда Уолтер спросил у Брэдбери, помнишь ли ты те марсианские рассказы, которые ты писал для журналов Planet Stories и Thrilling Wonder. Не будет ли это замечательной идеей объединить их в одно целое? Боже, что случилось с Брэдбери? Он кусал себе локти, ведь эта идея, она просто перед носом у него была. Как он сам? Почему он сам не додумался до этого? Земляне прилетали на Марс. Во множестве городов на четырехцветных плакатах повелительно указывал начальственный палец. Для тебя есть работа на небе. Побывай на Марсе. Это дом 1745, и здесь находится издательство Doubleday. Именно сюда, на следующий день после встречи в ресторане, Рэй Брэдбери принес синопсис, над которым он работал до 3 часов утра. Уолтер дал добро, сделка об издании «Марсианских хроник» состоялась. Роман «Марсианские хроники» был опубликован в 1950 году и вскоре стал невероятно популярным. Артефакт, который вы видите на этой части стены, очень интересен. На желтом фоне стилизовано изображение символа Марса. Этот флаг взяли на шаттл Discovery и доставили на Международную космическую станцию в 2005 году. И затем возвратили на Землю тем же шаттлом и подарили Рэю Брэдбери. Внизу флага вы видите трехмерное изображение долины Маринера, так называемого Великого Марсианского каньона. Он в 4 раза длиннее и в 10 раз больше, чем земной Великий каньон.
Люди окрестили глубочайшую часть этой долины бездной Брэдбери. Это неофициальное название, но многие люди называют его именно так. Они благодарны Брэдбери, ведь он убедил многих, что путешествия на Марс могут стать реальностью. Очень многих читателей удивляло то, что в этом романе суперскоростные ракеты соседствуют с архаичными технологиями. Когда читаешь марсианские хроники, что сразу режет восприятие, это то, что они разговаривают по обычному проводному телефону. При этом вертят диск номера набирателя. Как объяснить подобный анахронизм? Есть в марсианских хрониках еще более удивительные парадоксы. Так, например, прилетевшие на красную планету земляне снимают скафандры и могут без вреда для здоровья дышать марсианским воздухом. Неужели Рэй Брэдбери не знал, что атмосфера Марса смертельно опасна для человека? Знал, конечно, конечно. Уже в те времена, 60-е годы, там, середина 50-х, 60-е уже знали, что на Марсе воздуха нет. Но во время написания романа Брэдбери прежде всего интересовала не научная достоверность марсианского мира, а нечто иное. Он испытывал человека на неизвестность. Вот неизвестно, что будет, прилетишь ты на Марс. Что будет? Как ты сам это испытаешь? Он пытался через себя, через свою душу, через свои таланты, через фантазию описать этот мир. И как бы он сам, Брэдбери, когда он будет на Марсе, как бы он себя чувствовал, как бы он себя вел? По мнению биографов Брэдбери, именно описание психологии человека, его поведение в экстремальных ситуациях сделало этот роман столь популярным не только среди обычных читателей, но также и астронавтов. Это мой любимый экспонат в центре Рэя Брэдбери – лобус Марса. Он изготовлен на основе снимков, которые сделала межпланетная станция Маринер. Такие глобусы – большая редкость. И один из них был подарен Брэдбери за то, что он вдохновлял многих на освоение космоса. Наверное, именно за это – умение вдохновлять людей, а не только за описание технических новинок, и почитают Рэя Брэдбери во всем мире. Биограф фантаста Джонатан Эллер вспоминает об удивительном случае, который произошел с писателем весной 1989 года, когда Брэдбери пригласили в одну из американских школ. На встрече были только учителя. Они подходили к Рэю Брэдбери друг за другом. Один признался: «Мистер Брэдбери, я так рад познакомиться с вами, вы причина, по которой я стал учителем». Другой сказал: «Мистер Брэдбери, благодаря вам я стал библиотекарем». И еще один учитель чуть не плача произнес: «Мистер Брэдбери, вы изменили мою жизнь, вы сделали меня читателем». By making me a reader. Брэдбери написал 11 романов и около 400 рассказов. И многие из них тоже стали воистину пророческими. Среди фанатов Рэя Брэдбери существует достаточно фантастическая версия того, почему у писателя появился дар предсказателя. We have the story. У нас есть история об одном из его предков. Его прапрабабку в 1692 году обвинили в колдовстве во время суда над салемскими ведьмами. По семейным преданиям, она обладала даром предвидеть будущее. Однако сам Брэдбери называл этот свой наследственный талант творческой интуицией. Наступите на мышь, и вы оставите на вечности вмятину величиной с Великий каньон. Уничтожьте одного человека, и вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. В этом рассказе описывается путешествие во времени и то, как ничтожное изменение в прошлом может повлиять на будущее. В чем сюжет этого рассказа? Это в том, что люди в далеком прошлом убивают бабочкой, в результате чего в Америке сменяется язык, культура и политическая система. Сегодня в науке существует понятие «эффект бабочки». Брэдбери предупреждал, что любой наш поступок может привести к непоправимым последствиям для всего человечества. Наш мир наполнен так называемыми нелинейно-динамическими системами, которые могут
чрезвычайно сильно измениться под влиянием ничтожных воздействий. По мнению историков, предупреждение великого фантаста, который был очень популярным и влиятельным человеком в Америке, сыграли огромную роль в том, что так и не сбылись многие страшные его прогнозы. В определенной мере он помог спасти свою страну от большой беды. И кто знает, может, именно поэтому на улицах Индианаполиса или Нью-Йорка пока не горят костры из книг, а за людьми не охотится механический пес-убийца, как это описано в романе «451 градус по Фаренгейту». Я думаю, что 4, может быть, 5 поколений молодых людей выросли на произведениях Брэдбери, которые были в учебниках и школьных антологиях. В 1953 году вышел роман антиутопии «451 градус по Фаренгейту» Рэя Дугласа Брэдбери. Многое из того, что было написано в середине прошлого века, уже стало реальностью. Здесь мы расскажем только о технологиях, а с видео. Чем же уникальна эта книга? Сюжет происходит в недалеком будущем, если отсчитывать от 1953 года, то есть как бы в наше время. Многие технические новинки из этого романа антиутопии стали доступны только сейчас, а некоторые до сих пор не нашли своего применения. Например, писатель рассказывает о скоростных автобанах, и они действительно стали реальностью. А вот ракетные автомобили даже для нашей эпохи — это что-то необычное. Дело в том, что в первой половине 20 века проходили испытания машин на реактивных двигателях, но после многих неудач они были свернуты, и этот вид ускорения стали массово применять лишь в самолетостроении и в космической отрасли. Нет, есть, конечно, и соревнования по маскл-карам, скорости там бешеные, да, но вот в булочную на таких еще пока никто не ездит. Кто знает, может быть, в будущем с применением современных технологий личный транспорт на реактивной тяге и правда сможет войти в нашу жизнь. Пишите ваше мнение по этому поводу в комментариях. Один из персонажей книги спрашивает главного героя. Вы видели на шоссе за городом рекламные щиты? Сейчас они длиной в 200 футов. А знаете ли вы, что когда-то они были длиной всего в 20 футов? И ведь это стало реальностью только относительно недавно. Печатать рекламные баннеры размером 60 метров на 60 и более, а также создавать огромные телеэкраны. Еще раз повторимся, это все было предсказано в далеком 1953 году прошлого века, когда улицы выглядели примерно так. И никто тогда и подумать не мог, что реклама на шоссе в 21 веке будет выглядеть именно так. Вот еще строки из книги. Он сунул руку в специальную скважину во входной двери своего дома. В ответ на прикосновение его пальцев дверь открылась. Биометрический замок L4000 может устанавливаться на двери толщиной от 5 до 8 сантиметров. В основном мы рекомендуем для каждого пользователя сохранять как минимум по 2 отпечатка пальцев, в идеале с разных рук. Это еще далеко не все чудеса будущего. Читаем дальше и узнаем беспроводные вакуумные Bluetooth-наушники. В ушах у нее плотно вставлены миниатюрные ракушки, крошечные с наперсток радиоприемники, втулки и электронный океан звуков, музыка и голоса. Волнами омывает берега ее бодрствующего мозга. Поразительное сходство с современными Bluetooth-гарнитурами, в которых играет музыка из какого-нибудь облачного плейлиста во ВКонтакте или Яндекс.Музыке. В своей книге автор всячески пытается описать, какими он видит эти штуковины. Вот еще строки. Уши ее были плотно заткнуты гудящими электронными пчелами. И ведь правда, наушники с громкой музыкой действительно напоминают со стороны жужжания пчел. В ушах у нее опять были ракушки, и опять она слушала далекие голоса из далеких стран. Тот факт, что она слушала голоса из далеких стран, также намекает и на наличие всемирной паутины. Главный герой задумывался, а не купить ли портативный передатчик системы «Ракушка», чтобы по ночам разговаривать со своей женой. Sorry, I have to go. Bye. Okay, bye. Другое доказательство силы пророчества этой антиутопии состоит в том, что в эпоху главного героя книги Гая Монтега широкое применение получили телевизионные стены, ТВ-панели огромных размеров, то есть большие жидкокристаллические экраны на всю стену. Производство таких телевизоров стало возможным совсем недавно. В книге подробно описывается обычный день из жизни жены Монтега по имени Милдред, которая целыми днями просматривала глупые развлекательные сериалы на огромных громких телевизорах, развешанных на трех стенах гостиной. Мэдалин будет во главе стола. Будет Мэдалин, да, Линда? Разумеется. Раз Линда одобрила, значит, так и будет. Ну чем вам не расширенная версия смарт-ТВ наших дней? Этакий Дом 2 с эффектом присутствия. Поколению Рэя Брэдбери было очень трудно представить себе такие высокие технологии в области телевидения.
Но именно в наше время они обрели свое воплощение в виде тончайших жидкокристаллических телевизоров с экранами 60 дюймов и более, а также мощным и объемным звуком. Возможно, благодаря его пророчествам, все эти говорящие зомбоящики дезинформации и пропаганды, которые сейчас почти в каждом доме, и воплотились в нашу жизнь. Напишите комментарий, что думаете по этому поводу. Поражает то, насколько далеко американский писатель заглянул в будущее. Читаем дальше. Жена сидела в гостиной и разговаривала с диктором. Тот, в свою очередь, общался с ней. «Миссис Монтег», — говорил диктор. И еще какие-то слова. «Миссис Монтег» и еще что-то. Специальный прибор, обошедшийся им в $100, в нужный момент автоматически произносил имя его жены. Обращаясь к своей аудитории, диктор делал паузу, и в каждом доме в этот момент прибор произносил имя хозяев. А другое специальное приспособление, соответственно, изменяло на телевизионном экране движение губ и мускулов лица диктора. А что же в наше время? Плохая новость для меня и моих коллег-телеведущих. Скоро мы потеряем работу. В Китае появился первый робот-ведущий новостей. Hello, everyone. Всем привет, я виртуальный ведущий, и это мой первый рабочий день. Система смотрит десятки выпусков новостей и на основе полученных данных имитирует человеческую речь, мимику и жесты. Продолжаем удивлять новинками из прошлого. Электрохимический нюхач, встроенный в робота собаку. Сейчас мы имеем и то, и другое, но по отдельности. Скорее всего, мобильный робот-нюхач появится в ближайшее время. И тогда, возможно, отпадет надобность в собаках-саперах, которые сейчас, к сожалению, погибают по долгу службы. Рэй Брэдбери подробно описывает целые базы индивидуальных биологических данных, в которых содержится личная химическая информация о каждом гражданине. Читаем. Химический состав крови каждого из нас и процентное соотношение зарегистрированы в общей картотеке. Что стоит кому-нибудь взять и настроить память механического пса на тот или иной состав? Не полностью, а частично, но хотя бы на аминокислоты. Этого достаточно, чтобы он сделал то, что сделал сейчас. Вот и нас все готовят к электронному концлагерю, где биометрические данные каждого гражданина будут занесены в единый компьютер, и вот тогда действительно нейтрализовать неугодных людей будет куда проще. Так как это показано в фильме «Антиутопия» «Элизиум», когда за главным героем-повстанцем гонялся дрон-убийца. Не слишком ли много совпадений? Монтаг еще на свободе. Вот еще одна подробность из книги. Пневматический поезд. К сожалению, использование этого вида транспорта, тестовые работы которого были запущены еще во второй половине 19 века, постепенно сошли на нет. Экологичный поезд на пневматической тяге? Нет, зачем? Мы лучше будем уничтожать природу и свежий воздух автомобилями, работающими на бензине, который убивает все живое в природе, который превращается в токсичные выхлопные газы. Кстати, воплощением этой забытой идеи сейчас занимается небезызвестный Остап Бендер от официальной науки Илон Маск. К слову, той самой науки, которая стоит на службе у того самого нового мирового порядка. Я предлагаю, в Васюках надо устроить международный шахматный турнир, и все. На турнир съедутся любители шахмат со всего мира. Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут в Васюки. Государству придется срочно построить железнодорожную магистраль и автостраду Москва-Васюки. Гостиницы-небоскребы для размещения гостей. Дворец шахмат, где будет происходить турнир. Сверхмощную радиостанцию для передачи всему миру сенсационных сообщений. Рупоры обрушили на Монтега тонну музыки, составленной из металлического лязга, из дребезжания и звона жести, меди, серебра, латуни. Узнаете? Теперь сомнения отпадают. Рэй Брэдбери в середине прошлого века знал, что в будущем такая музыка станет нормой. Осталось только понять, откуда он получил.